Посчитаем все вместе и раздадим разное. Это очень умный. По регионам? Нет, по всем людям. Мне интересно, но выдвижение. Он очень умный человек. Так все не хотят равно. Так пускай все будет равно. И зарплаты, и пенсии, и все. Почему-то они... Тогда еще надо было менять. Тогда не надо было менять. Я его слушала года два тому назад. А мы никто не меняли. Кто у нас спрашивал? А вот взяли и поменяли. Ну, что теперь делать? Ну, теперь я не имею права призывать к свержению строя, потому что меня посадят за то, что я призываю к конституционному перевороту. Нет, понимаете? Мы какой это строй не пойдем, есть, такой потому, уже что есть. Мы старые. Да. Мы уже я ничего. Не могу заниматься призывами к свержению конституционного. А дети, вот парадокс в чем? Дети. Детям проще. Детям проще, чем выйти на площадь с протестом, проще уехать в Америку или в Европу. Это, кстати, парадокс или нашей страны. Или выйти на все эти вот праздники, когда, которые вот, там устраивают а вот когда я говорю об этом этой... с поляками, они говорят, я удивляюсь не тому, что делает у вас президент, не тому, что делает у вас премьер-министр, и даже не тому, что делает у вас мэр. Как бы им разрешают, они делают. Но если бы у нас в Варшаве, мэр Варшавы сделал 0,1% от того, что у вас норма, ну я уже не говорю там сказать прилюдно, сучий кто... Пес, сучий пес. Даже не об этом. Просто вышли бы люди на улицу, на площадь, вышли бы со знаменами. Этого бы не было. Но когда народ это смотрит по телевизору, утирается и делает вот так. Когда люди жалуются, у нас на Пушкинской течет крыша, и мэр им официально отвечает, не нравится крыша на Пушкинской, езжай в Рогань, там не течет, и после этого никто не выходит. Ну, значит, то, что заслуживаем. Да, значит, да, то, что заслуживаем. Закрыли трамвай, по которому все ездили. И все молчат. А проехать все равно невозможно.